вашему вниманию jūsu uzmanībai концертная программа под названием kas saucās Небеса debesis проповедуют sludina славу godību. Встречайте исполнителей. Sagaidiet izpildītājus. Встречайте музыкантов. Sagaidiet muzikantus. И программа начинается. Un programma sākās. Песни рожденный ползать. Ar dziesmu, kas сможет летать. Varēs lidot. Потому что небеса. Tāpēc, ka debesis имеют влияние. Tai ir ietekme. Больше, чем земля. Lielāka nekā zemē. Рожденный, чтобы летать. Dzimis, lai lidotu. Во мне так часто промывали мозги, твердили твоя доля страдать. И снова ползай и не поднимай головы, ты не способен летать. Рожденный ползать в небе не способен летать. Рожденный ползать должен знать. Летать опасно, лучше на земле стоять. Рожденный ползать не способен летать. Я не хотел на судьбу роптать, но мне хотелось бы конкретно знать. Запретный плод, скажите мне не благодать. В небе высоко летать. Ну почему внутри буря мечты? Ну почему мне снятся эти крылья? И земля с высоты. Ну почему тогда душа рыдала, как пленный необузданный бунтарь? Ну почему внутри как боль звучала? Кто во Христе, тот новая тварь. Я не хотел на судьбу роптать, но мне хотелось бы конкретно знать. Запретный плод, скажите мне и благодать. В небе высоко летать. Летать, летать, благодать, в небе высоко летать. Рожденный свыше способен летать.
рожденный свыше, способен летать. Рожденный свыше, способен летать. Рожденный свыше, способен летать. Смотрите в окна, встретятся взгляды.
лицом к лицу рухнут преграды. На крыльях зари воспари над землей, он скажет: смотри, теперь ты со мной. Я царство свое твое тебе открываю, оно не для всех, но кто побеждает? Небо подскажет, небо утешит, дорогу укажет. Смотрите в оба, встретятся взгляды, лицом к лицу рухнут преграды. Мы уйдем, но останутся мемориалы со скромными нашими инициалами. Блажен, кто ждет, терпеливо без злобы, он скоро грядет. Смотрите в оба. Мы уйдем, но останутся мемориалы со скромными нашими инициалами. Блажен, кто ждет, терпеливо без злобы, он скоро грядет. Смотрите в оба. Смотрите в оба, встретятся взгляды, лицом к лицу рухнут преграды. На крыльях зари воспарим над землею, он скажет: смотри, теперь ты со мною. Я царство свое тебе открываю, оно не для всех. Yeah!
Закончился сухой.
началась гроза. Слышны раскаты грома, молнии со всех сторон. Я слышу крик знакомый, закончился сухой сезон. Что случилось со мной? В костях своих я чувствую пылающий огонь.
Уважаемые телезрители, если вы желаете стать партнером проектов Церкви «Новое поколение» и пастора Алексея Ледяева, вы можете перечислять ваши пожертвования на ниже указанные реквизиты. Россия. Смотри, в моих руках ключи от всех дверей, от смерти и от ада. Украина. Беларусь. Будет так, однажды молвил Бог, все будет так, как вы хотели сами. Европа. Столица мира, знамение времен, Вавилон. США. Бог не игрок, он судья, вот в чем трагизм. Разговор на чистоту. Как выжить во время финансового кризиса? И в чем секрет состоявшейся личности? Эти и другие книги Алексея Ледяева ищите на сайте ng.lv или звоните по телефону +371 29 24 64 57.